Приветствую вас. Записываю сейчас спонтанное видео очень метафорическим языком для того, чтобы на себя ничего не навлечь, и расскажу вам в виде истории. Была девушка, которая с детства занималась астралом, была медиумом. А в какой-то момент, в один из выходов в астрал, она попала в одно очень странное измерение, где был огромный прозрачный высокий ангар с закругленными краями, с невероятно высоким потолком, а внизу лежало очень много тел, тел людей. Они лежали на чем-то вроде носилок или кроватей, сверху была такая прозрачная капсула, руки и ноги лежали вот так. К этой капсуле через определенные отверстия были просунуты провода, которые шли в тело, которые шли в голову, а рядом стоял коммутатор. Возле каждого человека стоял такой ящик, в котором что-то работало. И людей там было порядка 200-300 человек. Они лежали полностью в каком-то анабиозе, в каком-то сне, подключенных к искусственному интеллекту. Среди них была эта девушка. И ее физический аватар, он в астрале часто туда попадал и смотрел на эту девушку. И вот недавно эта девушка снова вышла в астрал и обнаружила, попадя в этот ангар, что все аватары встали и ходят просто буквально как зомби. Им обрубили энергию, и они ходят на остатки своих резервов. Когда эта девушка зашла в ангар, она нашла своего аватара, и он был настолько обесточен, что перед тем, как войти своей квантовой версией в нее для того, чтобы спасти, он рухнул на землю. Пришлось подключать эфирные источники и через себя проводить определенный канал для того, чтобы оживить этот аватар, и он все-таки по правилам вошел. На самом деле очень мало времени осталось для тех аватаров. И если кто-то из тех, кто помнит подобное или когда-то видел и знает, что там лежит его аватар, лучше всего в медитации или в астрале туда прийти и вернуть в себя свой аватар. Это 200-300 человек плюс-минус. И я подумала вам рассказать эту сказку. Может быть, кто-то из этих ключевых и важных игроков находится сейчас здесь и почувствует посыл, возможность и желание спасти свой аватар. Удачи вам!